Да, я же... В общем, в экипаже. Хорошо. Я буду где-то сзади идти, если никто не против. Макс, как тебе негр еще с мазнёй на лице? Или когда негр, еще и с мазнёй ржачно получается. Ну физик, наверное. Он замаскировался, это для пущей маскировки. Чтоб ночью можно было выглядеть как кустик. А не как негр. User disconnected from your channel. Я видеокарту купил только что. Да, какую? Какую? Вот, вернулся только что. Купил пока что. Я только пришел, зашел в ту машину. GTX 200... Ой, GTX... Команда 580. По машинам. О, машина неплохая. Должна быть хорошая. А фирма какая? Есть. Сейчас. Гигабайт? Лид-тек. Референсная или какая-то кастомная? Референсная. Это плохо. Ну и да ладно. Ну, вроде... ну кастомная, не, она стоит дороже. Хороший стоит. Найдите себе точку, из которой вы сможете обстреливать. Да, слушайте. Тут печка есть печка, короче. Только тебя слышно голосом, а не пара. Нет, она хорошая по-любасу, но... Все-таки, хороший, да, гонять... они-то на ферме сделали. Если ее гонять-то, ну это все-таки... Именно это, GTX, это же печь. Да. Нам сказали в борщ не лезть. В пельмени полезем. На точке 3-3-3, ну то есть 3-3, потом 5-5, перед залией. Э, в консервной банке. Ахмед, а ты там перед физик, экранчиками? Дай трубу одну, физик. Да. А? Дай, говорю, трубу одну. Сидишь. Что-то есть шестую, есть у тебя? Орла показывает. СС, трубы лишние лежат в переднем джипе, две штуки. Но. В переднем джипе. Я на кнопке. Да. Я вернулся. Чего? Лекарства все взяли? Дай мне, нам не понадобится, убьют раньше. Блин, я вернулся. Какой оптимизм просто у тебя. Сейчас можно забодриться. Учитывая твой оптимизм, враг точно не победит. Я не боюсь, у меня есть М249. И есть чем отмахаться. Сразу предупреждаю, товарищ Кедры, 7-й, поехали в дальний путь. Соответственно, пока они доедут, мы там уже скопытимся, поэтому вперед сильно не лезть. Группой плотно идти, но не совсем плотно, чтобы одной ГПшкой всех убили. Тут не хватает поселка Копытина, кстати. Принято. Мы с этим тарантасом едем или тарантас отдельно? Переводи. Что значит тарантас? Ну, страйкер с нами пойдет или он куда-то уедет? Нет, страйкер пойдет сзади, очень осторожно. И в тот момент, когда мы уже разберемся, что там происходит, подойдет и будет работать. Влаживаю. Таганрог, ёпта ты, СС-тик. Ну не, не Москвы, а Ставана. Выкинул. А, наблюдатель. Что делаю конкретно? Смотри, сейчас мину положу под ваш страйкер, блин. Норк, пулемет взял, РПГ-7 взял, все там взял. Проверь. РПГ взял, пулемет ищу. Взрывчатку, на всякий случай, ты же стрелок все-таки на этом. На, бедно, не забудь, так и может даже понадобиться. М249, сколько? А вы кто, русский? Сколько, слышишь? Да. Беруши. Я тебя страйкер. Внимательно, хорошо. Он туда слышать нас не будет. Принято. Как-то у меня ж рация прям в ухо идет. А они там есть беруши в стойке, да? Что? Стойкер есть беруши? Кто взял беруши? А? Да, так. Это как анекдот про артиллеристов, да? Который звонит на радио и заказывает песню. Ну, говорят, какую песню? Мне все равно, лишь бы погромче! Кстати, анекдот не слышал. Таксист батя везет.
Он просто беруши оденет, чтобы криков не слышать раненых, понимаешь? Черт, я их... Стой, ребят, остановитесь, сейчас меня дал, добегу. Блять. Какой хер ты? Пиздец, сейчас. Да. Классика, сука. Была команда по машине, кто не выстрелил? Поехали. Спасибо, ребят. А теперь поведай нам, зачем ты вышел? Беруши. Почему ты нарушил приказ? Стреляем с помощью противника. Нас разрешили расстрелять на месте. Нет, мы его с помощью противника расстреляем. Коробью. Будет идти впереди. Я воль. Мне тут оружие. Вот, синие метки. Синие метки движения. Я беру сейчас, я работаю. Игорь подумает, что не так. На кого он смотрит, а? Ну ему все понравилось. Физик, выходим здесь, глуши мотор, направо сейчас, заверни сейчас, чуть-чуть. Иду до метки. До метки уже передвинуто, физик, ёпрасоте. Ай. Выходим. Блять, сзади страйгер, аккуратно. Я же говорил, физику вправо прими. Встал прямо на день. Все вышли. На респе лавка. Все вы. Все вышли, кедры. Наверное. Бля. Управление 90 по лесу, не высовываемся. Сука, ёб. Вниз не надо выходить, так вот по лесочку. В принципе, вы видите уже впереди урез воды. Это наша цель. Кто стреляет? Страйк. Физик, не ты? Не. Хуяно. Так, Вин, ты вниз спускаешься в долину, я так понимаю, да? Я предложил по лесу двигаться. Хер знает, я выйду 140. За тобой. Я в лес забрался на 140. Мы с юга эту долину уходим, так, да? Так, вижу БТР, БТР вижу. Азимут 69 от меня. На 90 постройки, мы южнее, да, обходим по лесу? Вижу, да, пехоту. Идем по лесу, нас там БТР встретит. Пока.
пока его не пристрелил, лучше вообще помню, куда не идти. Ну да. Продвигаться-то все равно надо, я по лесу иду. Вы с юга обходите. Ну да, мы так и делаем. Вижу на Красном горе в долине какого-то пехота. Это наш, интересно? Не. На горе. Это не на горе, Красный ангар, долина. По-моему, враг у нас смотрит. Кровавая да, враг. Враг. Ему скажите. Для тебя 50. Долина. Ты убил его? Макс живой? User left your channel. User disconnected from your channel. В городе никого не видели? В поселке. В городе противник. Ты чем слушал? Время-то. Так, один наш страйкер уже прошел город. Так, Кедр, двигаемся дальше на 140, там на 110. Я вижу только Ахмеда. Вижу Рэм. За ним. Понял. Сколько и прочее на 100 вот идем, не надо там ввязываться в бой, нам пусть там. Блин, лавку потеряли, отлично. Фугас, человек 5 я убил там. На ваше. ПТР тоже выбили. Могу зачистить долину, попробую. Ох, ёбаный. Физик, там осторожно, по тебе может лавка работать. Да не по мне, БМПшка работает где-то с тыл. Наша БМП? Да нет, конечно, БМП-то. Разрывы на 50 далеко, БМП-3. Только два. Домовую, кто кинул?
Давайте не растягиваемся. Лукас, ориентируете меня, вы где? Я, по-моему, тут либо отстал, либо вперед группу убежал. Я сейчас ровно на 180 от этого, от населенного пункта на сопке. Дальше двигайся. Вижу, 110-120. Камба, ты вроде рядом с Принял. Мной. Принял. О, мы всех обогнали. Стой. Лэп уже перебегали? Нет, это далеко. Визор продолжает двигаться на 120, на 110. Ну давайте у этого лэпа и соберемся. А не пересекайте его пока. Видишь лэп, мы там все будем. Принял. Физик живой? Да. С 90 добит БМП. 90? Рэмбо, я на 2 часа. Да. Лэп не пересекаем, занимаем макушку. Ждем остальных. Карты нет, поэтому я иду 100-110. А около лэп наши или враги? Наша, наша. Физик, лэп наша. Понял. Ой, танчик. А, нет, это... Кто еще до лэпа не дошел? Ну я не потеряюсь. Я у лэпа, ну не знаю, выше или ниже. Ахмед на месте. Примеряю. У меня есть ощущение, что я вообще уже давно лэп пробежал, потому что я бегу. Нет, не мог пробежать, я тебя. Я вижу лэп, там две БМПшки, что? Чего вы взяли, что там свои? Так, я до лэпа дошел. Бля, ты в другую, может, лэп идешь? Да вы что, прикал? Они ж меня сейчас... Я на месте, около опоры. Максут, Физер, вижу тебя. ПГ все достаем. Стой, направо. БМПшки справа, что ли? Обмен сокращаем. Физик, ты бы метку на них поставил. Так, продвигаемся дальше. Влез за лэп. БМП там еще через пару километров. Через полтора. Она на 90 от нас, БМП и пехота на высоте 136. За хребет не вылазим особо, аккуратно. Третий азимут. На 90 от нас, на высоте 136. Сейчас будут обстреливать из пушки. Это вы лэп там вообще, там подумал, что другой лэп. Физик, тут много лэп. Направление с какой есть? 110-120 также осталось? Да. То есть далеко не убегай.
Максут, у тебя, на нас у тебя ведь есть ката, да? Хорошо. Нет, я за тобой бегу. Нет времени. User joined your channel. Лукас, насколько вы выше давай? Макс, мы все рядом с тобой. Сзади бегу, я слышу вас. Тут еще и куча снайперов всяких. Вот они, вот они, вот они. Лукас. Да. Куда двигаться снайпером? Ну, со 136 высоты попробуйте поубивать пехоту противника. 136 высота, блин. Да, 100 от вас. Сейчас 136, 100 от нас. Сейчас глянем. Угу. Зачем ты мне свое мычание репетуешь в рацию? Хорошо. Так, за этим холмом уже жопа должна быть. Мы до 170-й дошли. Так, на 350 в деревьях пехотине. На противоположном холме. Так, две техники на этом холме убили. Снорман убил из пушки. Сейчас еще одна там техника БТР. Где именно? Вверх уходят елки с деревьев. Видите полянку так? Не вижу. User joined your channel. User left your channel. Блин, мы дальше не двигаемся, ждем. Блин, там что, красный? Лукас, я пометил нас на карте, сейчас дальше по нём. Мы синие, ё красота. БТР 330, возле стенки завода. Какие нахуй синие, всегда на... 340, пехотинец на полянке. По-моему, противник. 330, БТР приняли возле стенки завода, Вин? Че, возле стенки? БТР? А, возле стенки завода, так точно. БТР. Вижу. Что с пехотинцем? Кто-то может определить его прямо? Пометил БТР. Блин. Пехотинец движется в нашу сторону. От города. Разрешите огонь. User left your channel.
Это ты увидишь, Макс, дистанция какая? Километр, наверное, где-то. Метр 340. Видишь квадрат поляны между лесами на противоположном холме? Так, давайте продвигаемся потихоньку. Нахуй опять было правило карты менять? Мы всегда на себя ставим красным, неважно за какую сторону играем. Да я не знаю, неделю назад я ставил на себя синюю, а тут вы, оказывается, красный ставите. Сейчас поменяем. Справа что-то едет. Или глюки у меня. Да, справа что-то ехало. А Реды слышат что-то от себя с юга. Это от нас на 120 где-то что-то внизу у них ездит. Тепловизор, смотрю, никого не видит. Зик, это за горой должно быть. Николаш слышал по пути? Да, слышал. Николаш в Орловце на 60. Так, аккуратненько вылазим. Не кучкуйтесь. У одного дерева, не стойте. Я отстал чуть-чуть. Направление движения не меняли, так же? Да, по хребту идем. Понял. Стрельба из класса в районе завода. Тонирую тепловизор, пока ничего не видно. Там рафы сейчас пытаются зачистить. Помочь им завод зачистить или что мне вообще? Ну да, можешь помочь.
Это вы переговариваетесь, Реда снизу подходит. С востока поднимаются свои. Так, тормознем, этих елках осматриваем. Так, внимание, в вашем районе ради радиовышки БТР. БТР в районе радиовышки ВИН. Приняли. Не наблюдаем. Сейчас буду работать. Он, видимо, за холмом. Давайте перебегаем поле по одному. Ловите, если там пехота. User in your channel timed out. Так, в этом лесу аккуратненько продвигаемся. Может быть, пехота. Посмотрим вниз на дорогу, там тоже здание, херня всякая. О, ну видишь, мы вышли, Берку, ты со всех сторон. Блять, батарея туда, где я сидел, нам будет, сука, сидеть там. Я прямо к дорогу пас. Блять. Ну ладно. Обидно, досадно, ну ладно. Там варман есть. Досадно, что ПБ это пистолет беспонтовый, блять. А чем варман? Просто в голову луплю два раза, прикинь человеку. Он говорит, я упал, я раненый. И ползет главное. Парни, а кто такой МТС Арма? Чувак какой. Не знаю, но вот его в упор не слышат. Ну вот написано, что был убит игроком НТС Арма. В кавычках Арма. Ну, бывает. В части. В статистике. Да, не части. И чё? Прям этот праздник там. Таких вроде нет в списках. Есть такой человек. Как не есть. Ну да, вот сверху там бегает. Всех список. А, есть. А, да, вот он точно. Одиночка.